Господи Боже наш, слава Тебе. Велики щедроты Твои долготерпения. Помилуй нас и страну сию, Господи. Да обойдут ее беды стороною. Вразуми народ Твой по мере милосердия Твоего. Не дай ему окончательно погибнуть. И нас здесь помилуй и защити от всего, что не славит Твое святое имя. Господи Боже наш, слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, ну-ка, Ксения, иди сюда. Так, кто обвиняет ее в том, что она разрушила башню, которую строила Леонида? Подойдите сюда. Мы уже второй раз. Короче, ты ломала ее? Да, потому что мы с Викой хотели башню построить. Чтобы построить, ты сначала сломать хотела чужую. Я такого не слыхал еще. Можно? Ты как можешь без согласования с народом Божьим делать это? Не ложиться спать сейчас. Восстановить эту башню. У тебя друзья тут есть, кто может помочь тебе? Да, Вика. Ну вот и вы начинаете строить сейчас с Викой. И чтобы башня была к утру построена. Только она колышки спрятала. Я знаю, куда она спрятала. Я тоже. Колышки она спрятала. Как ты могла подойти? Да мы могли что угодно сделать в другом месте где-то. Игнат Тихонович, я могу объяснить. Ну, объясни. Сегодня после обеда, когда прошло часа два, она, Леонида, стала делать что-то вроде палатки такой. Это я ее помогал, попросил, вернул. Я ей помогал, да? Делать палатку. А потом я увидел, как Ксюша раздалбывает эту палатку. Да, я тоже видел. Я тоже видел. А ты уже тут второй раз сломала? Нет, башню не я ломала. Это она и это тот самый. Одну эту как ломала. Ты стала ломать? Как ты зашла в песочницу и стала ломать? Зачем нет, чего это тебе? Я возле песочницы била ее. Зачем ты это сделала? Ну зачем? Ты не строил, вот я ей помогаю, колышки сделал, там все, проволоки дал, а я подошла, разломала. У тебя веры-то никакой нету. Ты доставила печаль ей. Никуда не ходи, ни играть ничего не будешь, пока не построишь, а ты не помогай. Дай колышки, она говорит, нету. Ты у меня засохнешь около этой башни. Какую пакость придумали? Она делала, ты у вас ее труд. Она правда говорит, что сломали ее? Да. Кто еще видел? И вы видели, о, сколько свидетелей на тебя. Ну, больше я ничего не могу сказать. Так, если приедут заболящие, Лера, тебе нравится в лагере? Выйди сюда. Тебе в лагере нравится? Да. Ты попроси папу, чтобы он тебя оставил. Впереди большая длинная зима. Сейчас кончается пост. У нас все здесь будет другое. Тебе как раз это и необходимо. А она поправится и тоже может приехать. Потому что они нарушили правила, никогда нигде не прыгать. Даже на пирсе были, я всегда говорил, там под водой у нас сваи, которые уходят. Пни под водой, нельзя прыгать. Мы пробовали так веревку опускать и тащить ее волоком, чтобы где зацепится, за что или нет, проверяли. Всегда у нас поплавками огорожено, где можно плавать-то. Но нынче пирс сломал лед, ни один год так не было. И сейчас... Витя уезжает, а без Вити вам ничего не сделать. Он главный строитель. Видишь как? Надо на этой неделе что-то делать, Виктор. Ну потихоньку-то можете. Без тебя ничего не сделаю, даже гости приедут. И буду, я не полезу. Какой я? Меня и так все время судорогой ноги сводят. Ты у папы попросись, папа твой хороший. Маме позвонят, мама твоя замечательная. Чтоб ты осталась еще здесь побыла. Тебя здесь все любят. Ты трудолюбивая, активная, то есть нам тяжело терять такого насельника. Она по всем параметрам подходит. У тебя одни друзья вокруг. Так еще впереди только начинается лето. Еще, дальше крещение будет, что? Поняла? Мы тебя не хотим отпускать, но не удержим, если папа приедет. Игнат Тихонович, можно мы сегодня пойдем все в кино? Какое кино? Какое кино? После ужина? Да. Ну какое кино, когда? Сейчас немножко уже... Все кончилось. Нет, я думаю, вечером не надо. После обеда в какое-то время, до ужина можно, а после ужина нет. Это нет. Потому что вот так вот дергать друг друга только будем. И мне это неудобно. Я там отвлекаюсь, выходить, проверять. Ну кого, уже 8 часов, а в 9 вы уже отходите. Так, понятно? Да. Нормально. Спаси Христос. Спаси Христос. Видите, дядю Витю и Анну Бог возвратил. Мы молились. Ты не ходил туда, не смотрел? Нет.
Подожди, вот это построить. Сядь, никуда не ходи, не играть еще, пока не построишь башню. Леонид, а ты можешь ей подсказывать, чтобы она сама, она не сфотографировала ее? А можно я помогу? Не знаю, как Леонида разрешит. Там прямо на здесь, что там палка лежала или еще. А я помню, как строили. Тоже можно так прыгать. Не знаю, что там воду прыгать. Вот, а может быть, вот. Начинаем строить здесь. Взевал кого-то, да. Янка. Это киянка. Янка, да, винка из мешка. Киянка сосудка. Вот тут по бокам четыре надо. Тарас, должна быть Ксюша с это делать. Я объясняю, она строить будет. Ну отдай ей колотушку-то. Вот. Давай, вот Ксюша, понимаешь, четыре строить забей. Пусть она смотрит. У нее не так было. Вот именно. Вот он, вот он. И так у нее как-то находит. Тарас, отойди от лотей. Советы могут давать, ну не лезь, вылезь оттуда. Вылезь. Вот пусть она заново построит. Раз разломала. Это ей наука будет. Так. И никогда нельзя этого делать. Один строит, а другой благослови его. Все, все хочу. Вот видишь, как я им, какие колышки дал крепкие. Все, ты так уж не подбелеглась. Смотри, про вот так вот. Да, так. Дальше такая хорошенькая ходила, и говорят, поранила ножку. Хочешь, чтобы по-другому было? Ходила так легко, на вон это поднялась. Она наоборот стоит. Как решить полегче больше, привезли тебе. Из три должен. Ну, бери. Мне вообще было по-другому, как-то вот так у нее было. Да, и леска. А дома ты одна еще насидишь. Здесь вот так, то у меня еще вот здесь была моя крыша, вот так вот. И вот здесь одна палочка еще там. Еще одну сюда. Я это быстро. Тарас, отойди, а то он тебе брякнет сейчас. Будешь выпивать потом. Ну, буду выпивать. Ну, что, буду выпивать, нормально. Я попью маленькую. Вот так вот воткни, потом вот так вот забивай. Хочешь уезжать? Погодите. Вот так вот забивай. Я хочу построить дом. Я Володь. А ты еще ну, там потихоньку можно и двоих, но кто-то уже с детьми будет. Разбирать это все дело. Покажи, что тут воспитатель стоит старше. Никому это не понравилось. Вот. Ну-ка, пойдем. Все, что делать нечего будет. Я тоже не делаю. Вот я дом и пескострой. Дом и пескострой. Дом и пескострой. Дом и пескострой. Подземелья и пескострой. Тарас. Тарас, отойди. Ну не мешайся ты. Потом будешь строить. Дай они сейчас восстановят. Тарас, зачем ты рубаешь? Потому что мешок. А что у тебя Леонида была-то? Шалаш, что ли, какой-то? Я еще подвал сделаю. Не так, что это значит? Ну, там,
Почему бы просто не оставить так грязь, просто не писать эти знаки. Нужно было бы... Нет. Доски-то сегодня... И, кстати, она должна быть ниже. Доски? Забиваю, закапываю. Не надо закапывать. Вы закопаем. Ладно, давай забиваю, лучше забить. Придерживай, кора не забивается. Вот, смотри. Посмотри, пару не бывает. Еще вот ты забиваешь. Я ее уже давно забила. Вообще-то надо ниже, чтобы шара была. Так, я с Ириной поговорил. Я так не понимаю. Телефон! Телефон! А это где было? Давай подумай, на что похоже? На крышу. Там все заснято. Сейчас я в лагерь, я сейчас поеду из лагеря. На кораблик больше похож. Вот на крышу похоже. Ну, если так, то на кораблик. На канаву какую-то похож. Ну что, все, достроила она или что, или нет? Да. Можно я что-нибудь построю? А у тебя разве не было окошка здесь? Или там у тебя вход? У нее было здесь. Вот. Вот эти. А вот это. Руки с карманов, Ваня. Что это? Ну вот так вот восстановилось. Дайте мячик, пожалуйста.